Привет! Вы на канале Просто Шолпан, Просто Вижу, и я, Шолпан, рада приветствовать всех своих зрителей. Для новеньких хочу сказать, что приветствую я вас из Шымкента, из Казахстана. Сегодня у нас пятница, 23 декабря, и уже скоро-скоро мы будем все справлять Новый год. И поэтому я сегодня решила записать видео, потому что у меня уже готовы два изделия, ну, 2,5 изделия, которые я уже должна отправить буквально завтра, ну, в крайнем случае, может быть, и в понедельник. Потому что я говорила своим клиентам, что до Нового года я все довяжу. И с легкой душой я переступлю 22-й год в 23-й без процессов долгоиграющих. У меня, конечно, остался мой вот этот такой зефирный свитерочек. Он у меня без продвижений, как был, так и остался, потому что я все-таки вязала свои заказы. Как вы знаете, я не вяжу для себя и для наличия, я вяжу чисто на заказ. Посмотрите, какая вообще классная расцветочка. Блин, я обожаю этот цвет. Обратно тыркаю я свой микрофон. Но посмотрите, какая классная модель. Я извиняюсь, если будете слышать на фоне какие-то там сопения, кряхтения и хрипы, то не обижайтесь. Дома мы живем не одни, тем более я сама тоже болею. Сейчас сезон именно таких всяких простудных заболеваний, поэтому не обессудьте. Теперь перейдем к делу. Я, как недавно вам показывала в своих рабочих моментах и видео коротких, вот такой кардиганчик. Кардиган был связан на заказ, и он у меня улетит, даст Бог, в Африку, в Кению, греть там девочку. Ну, не то чтобы греть там и не так холодно, но все равно, оказывается, и в Африке бывает прохладно. Посмотрите, какая моделька классненькая. Так, сейчас, вот с такими розами. Роза, это все у меня ручная работа, все пришивное. Вот, я все сама пришивала. Все сама вязала, все сама пришивала. Смотрите, у меня рукав идет, я набрала около 46 петель на рукав, да? Но после второго ряда я сделала в некоторых местах прибавки. Итого у меня такой стал широковатый рукавчик, но к резиночке я как бы его убавила и сделала фонариком. Здесь у меня 51 петля. Давайте я вам покажу вот такие пуговички. Я приобрела специально под цвет розочек, по городу искала, нашла. Классненькие такие. Ну, вообще, модель сама очень красивая. Вы, наверное, увидели уже. Если что, я, может, и на себе сниму. А так, моделька оверсайз стиль на молодую, красивую, стильную девушку. Посмотрите. И вот на спинке. Я сейчас вам вкратце расскажу, потому что мне в комментариях написали, что можно даже и не снимать мастер-классы пока что, но хотя бы подробнее говорить то, ну, как я вязала. Поэтому смотрите, девочки, я сперва связала полотно в таком, ну, как бы в лицевой глади, потом набрала планочку такую, и все. Сейчас я вам расскажу, как я вязала. Минуточку. Так, где моя тетрадь? Записи быстренько тоже сделала, хотя я, когда у меня заказы, я вообще не записываю. Смотрите, кардиган розы. Спицы на тело у меня номер 7, резинка 5,5. Спицы это. Я набрала 146 петель. Вязала я, смотрите, сейчас скажу. С первой я набрала 15 рядов резинки на спицах номер 5,5, провязала 15 рядов. Потом перешла на спицы номер 7 и вязала вверх до проймы 65 рядов. Это вместе с резинкой. 15 рядов резинки и 50 рядов лицевой глади до проймы. Разделила я полотно на полочке по 35 петель, это 34 петли лицевой, и по бокам по одной петле изнаночной. Это как бы я сделала имитацию шва. Тут у меня, смотрите, значит 35 петель, итого у меня 70 петель наперед и 76 петель у меня на спинку. Пройма у меня 37 рядов.
Потом я уже начала вязать укороченными рядами по 8 петель, то ли по 6, то ли по 8. Здесь я уже не записала, честно, укороченные ряды. И все, закрыла я способом тремя спицами. Так, на подрезы я набрала 7 петель, и рукав у меня, сейчас скажу, 55 петель, оказывается. Ну, я набрала около 46, и после того, как я провязала один ряд, ну, вот набрала петельки 46 петель, плюс вот, ну, вот 46 это вместе с, ну, короче, 41 петлю, 7 петель подрезов, плюс 41 петля еще, ой, девочки, я, короче, запуталась, ну, вы меня поняли, 48 петель, наверное, у меня тогда было. И я провязала один ряд, и после этого я в нескольких местах добавила по несколько петель, и у меня итого получилось 55 петелек. Рукав у меня 71 ряд лицевой глади и 20 рядов резинки. Это 18 рядов у меня резинка идет, и 2 ряда полая резиночка. Вы все знаете как. Я набирала петли английским набором, да? Итальянским набором, способом итальянским. И закрытие у меня идет иглой. Все, девочки. И по планочке я тоже так же провязала 15 рядов резиночки. Потом я не делала полую резинку, а просто закрыла иглой. Все. По этому кардиганчику, кажется, уже понятно. Ну, посмотрите, еще раз вам покажу. Вообще классная модель. Давайте я сейчас на себя вот так накину, чтобы... К этому кардигану я связала в подарок. Вы же знаете, что я такая девушка, которая не оставляю моточки лишние. Сейчас его одену. Посмотрите, какая классная модель. Очень стильная. Но на мне это будет, конечно, смотреться сейчас не так уж красиво, как на той девушке, которая заказала. Вот я сейчас встану, покажу. Вот такая объемная модель. И к этому кардиганчику я связала, я обратно сейчас буду нагинаться, так что прошу прощения. Опа. Так, к этому кардигану я связала вот такой бегет, потому что та женщина, которая заказывает для своей внучки этот кардиган, она сказала, что ее внучка, у нее вот такой берет предыдущий, который я ей вязала тоже в подарок, забрала себе. Вот, посмотрите. Ну, он не в таком стиле, как обычно я вяжу. Он как бы идет такой объемный. Ну, как хотела клиентка, чтобы был диаметр такой широкий, большой. Не как бы такой, который я обычно вяжу. Ну, посмотрите, какая стильная тоже модель для крутых, стильных таких... Ну, кто любит такой эпатаж наводить вокруг себя... Посмотрите, разве не красиво? Можно и так носить в виде таблеточки. Вот, посмотрите. Ну, я сама тоже обожаю беретки. Но это просто, видите, этот берет не такой, как бы, который держит объем. Он чисто как бы создает какой-то стиль. Так, по берету и кардигану все понятно. Все показала. Но на берет я набирала, по-моему, 100 петель. И здесь у меня... ниточки у берета Alize Reals, Alize Lana Gold Classic, 100 петель, спица 3,5 по краю, и потом я перешла на полупатентную резинку и вязала, ну не буду врать, я уже не помню, короче, весь моток я до конца довязала. Здесь я просто перешла вот так на лицевую гладь и закрыла все с помощью убавок петель. Так, по кардигану здесь у меня ниточка основная Alize Superlana Maxi, а розочки я решила не из Lana Gold Classic вышивать, а из Alize, Angora Gold, 56-я расцветочка, ниточки Alize Lana Gold 800. Ну, там зеленый цвет, там у них один только. И теперь, девочки, вот только что то, что у меня вылетело из-под спиц. Вот такой классный, стильный, ну, необычно, нереально красивый свитер.
К сожалению, его на камеру я весь тоже не покажу, но у меня были в начале тоже были комментарии, чтобы я рассказала, как я вязала, как я набирала, поэтому я сейчас с вами этим поделюсь. Здесь у меня рукава жемчужным узором идут, тело, спинка и перед полностью лицевая гладь. Посмотрите, реглан у меня сверху, я обожаю реглан изнаночной петлей, потому что для меня, мне кажется, что это более как бы красиво и эстетично, чем нежели вот эти вытянутые лицевые петли, поэтому я всегда стараюсь вязать, если у меня лицевая гладь, то изнаночными петельками. Здесь у меня имитация вточного воротника идет. Ну, короче, моделька такая классненькая, здесь все у меня закрыто, короче, без швов. Посмотрите, длина у меня реглана 39 сантиметров, моделька оверсайз на размер 50-52, на себя я тоже мерила, очень красиво смотрится. И самая классная здесь изюминка, я решила связать вот такую морковочку-булавочку в подарок моей клиентке, которая сделала у меня заказ, которая ждет меня, доверилась мне. Ну, теперь давайте расскажу вам тоже по этой модели. Смотрите, какая классная. Я вообще по морковке, я честно, без всяких мастер-классов решила сама связать. Так, давайте я расскажу вам по этому свитеру, пока у меня сын спит. Смотрите, спицы номер 4, это горловина. Здесь у меня 104 петли. О, сейчас, подождите, приведу себя в порядок. Когда я снимаю видео, я даже на себя не смотрю. Стараюсь смотреть в камеру. Так, спицы номер 4, горловина, 104 петли. Вязала я 20 рядов, ну, 2 ряда у меня полая резинка, наборный край у меня итальянский, и вязала 20 рядов. Потом разделила по... видно вам? Вот, посмотрите. Ну, конечно, вам, наверное, не видно, как я тут написала, у меня такая писанина здесь. Ну, вот смотрите, регланчик у меня... 4 петли у меня на изнаночную идет регланную линию, это значит вот 4 реглана по одной изнаночной петле, 40 спинка, 40 перед и 10 по 10 петель это рукава. Прибавки в регланных линиях в каждом третьем ряду. Реглан у меня 54 ряда, это 39 сантиметров. Пройма 7 петель, рукава 68 петель, вот вместе с проймой, когда вот я все набрала и вязала от проймы до конца 80 рядов, это у меня идет полностью лицевая гладь, 80 рядов, плюс 20 рядов резинки. Я вяжу 18 рядов резинки и 2 петли полой, ой, 2 ряда полой резинки. Это у меня рукав. Убавки в рукаве по 2 петли после 20 рядов. Вот я 80 рядов, например, связала, и у меня в каждом 20 ряду, ну, после 20, это считается 21, да, я делала по одной, ну, две, в моем случае это 2 убавки. У меня, потому что рукав, когда я вяжу жемчужной гладью, жемчужным узором, я всегда делаю имитацию шва. И убавки я делала вот с этой стороны и с этой стороны. Видите, тут даже чуть-чуть видно. Я всегда делаю имитацию шва, изнаночную петлю, чтобы у меня полотно не закручивалось. Так, после убавок у меня выходит 61 петля в рукаве, но на резинку я убавила до 51 петли. И вязала 20 петель, также 18 рядов и 2 ряда полой резинки. Тело, длина после проймы у меня 70 рядов до резинки, плюс 20 рядов резинка. Тело я спицами номер 5,5 я вязала, а резинку уже в конце я связала на четверке. Вот, резинка у меня здесь четверка, спицы номер 4, до вот этого имитации шла, когда я перешла уже сюда, я сделала, ой, вязала на 5,5 спицах. Вот здесь у меня тоже резинка на четверке, вот, закрыла иглой полностью. А, потом, девочки, вы же спросите у меня, блин, только что об этом подумала и забыла. Вот, вот такая я, всегда о чем-то думаю, тороплюсь и всегда забываю. Боже мой, только что хотела сказать об этом и забыла. Короче, ладно, может вспомню потом. Здесь я сделала такой как бы узор,
Вот 7 моих дополнительных петелек я сделала в узор. Одна изнаночная, 3 лицевые, посерединке имитация шва, изнаночная петля, и потом обратно 3 лицевые и 1 изнанка. Остальное идет у меня лицевая гладь. Вот, только что у меня этот кардиганчик вылетел из-под спиц. Я его отпарила, постирала. Вот, посмотрите, девочки, цвет 240-й Суперлана Миди. Ализе Суперлана Миди. И вот такую морковочку я прицепила сюда. И также этот свитерок поедет к своей заказчице. Думаю, все, что надо было, я вам рассказала. Сама прям, не знаю, я обожаю вот этот цвет, я обожаю этот свитер. В том году, два года назад, кажется, я вязала своей дочери. Клиентка увидела у моей дочери на фото эту модель и заказала такую же. Вот, посмотрите. Просто классный стильный вариант. Что-то я смотрю, хотя у меня партии все были одинаковые. То, что я хотела сказать, девочки, у меня росток здесь идет по спинке. Ну, короче, я делала росток с плеч, начинала. Вязала, например, 2 петли добавляла, делала накид, шла назад. И вот так я дошла до 6 петель здесь тоже. Захватывала по 2 петли. И вот у меня такой росточек. Ну, примерно здесь, наверное, сантиметров 5 глубина. А так, думаю, будет очень даже. Ну, я на себя мерила, было классно. Вот. Успела я вам все рассказать. Очень, конечно, тороплюсь, потому что и памяти на телефоне вечно не хватает, и ребенок может проснуться. Дорогие мои, хочу я вас поздравить с наступающим нашим праздником. Праздником нашего детства, который мы все ждем с нетерпением, верим, что чудеса будут сбываться. Надеюсь, что они сбудутся, конечно. Все пусть ваши желания также сбываются. Хочу пожелать мира, пусть будет мир во всем мире. Желаю мирного неба всем над головой. Я думаю, что это последнее видео 22-го года. Теперь встретимся с вами уже в 23-м году. Пусть год принесет нам только счастливые, приятные, позитивные моменты. Здоровья вам желаю, благополучия вашим близким и вашим семьям. Пусть все, что вы задумали, загадали, все сбывается. Дети вас любят, берегут, чтобы наши детки не болели, чтобы у нас в стране, хоть у нас в Казахстане, хоть у вас, пусть всегда будет мир, благополучие, пусть царит любовь. В каждой семье пусть будет только мир. А я хочу поблагодарить еще вас за то, что вы мне пишете, не забываете меня. Спасибо большое. Спасибо то, что вы со мной, что не уходите, что ждете мои новые видео. Я буду стараться для вас все лучше и лучше. Что еще вам сказать? В следующем видео я вам покажу мой вот этот процесс, готовый уже. Буду с вами делиться им. А теперь с наступающим всех вас! Всем любви, процветания, богатства, здоровья и успеха! А пока, всем пока!